Долгожданная распаковка и обзор вот этой вот маски. Поехали тестить. В общем, в упаковке 4 штуки. Вот так вот выглядит эта маска. В общем, она должна напитать, должна увлажнить. В общем, сделать чудо с моим лицом. Но перед этим мы его очистим. Будем очищать лицо медипилом. Кстати, ребята, что я вам хочу сейчас сказать. Помните, не так давно я делала обзор вот на эту сыворотку Тир-Тир. Работает, ну просто божественно. Пятна стали намного, намного меньше. Их прям вот еле заметно, слегка. Теперь я планирую заказывать крем для лица, чтобы у меня был уже сет. Тот самый момент. Чик. Прям вообще шикарный. Я надеюсь, она также будет хорошо ложиться сейчас, потому что на камеру это всегда происходит. Ну, не прям так шикарно. Чик. И поехали. Все, теперь давайте будем ждать утром, и утром уже с вами вместе снимем и посмотрим на результат. Всем доброе утро. Посмотрите, как выглядит маска. Еле разговариваю. Итак, давайте, наверное, ее будем снимать. Я вообще всю ночь боялась, то, что она у меня слезет. Мне очень нравится эффект. Все, сейчас пойдем умываться в душ и уже наносить свои утренние уходовые процедуры. Советую. Пока!